Вы что так едете? Вы пойму. Вы что где так сейчас ездите? Находитесь? Вы что там где находитесь? Вы находитесь где? На а вы где чай? Находитесь? Какая скорость какая должна быть? Здесь 60. Здесь 60. Здесь 60. 60. Есть ограничение. 60. Здесь не дети. Я дорогу ходила. Ты что, меня шибить решила? Разобью, ты будешь сильнее ходить. Ты как... Меня регистратор машины. Ты мне плевать. Бросайтесь под колеса. Это не первый ваш скандал. Я вас останавливала и просила. Не плевать. 40 километров в час. Ты мимо дитя едешь. Здесь 60. Я тебя сейчас... Можете вызвать ГАИ, которые вам расскажут, сколько здесь ограничений. А ты меня сбила сейчас. Чем тебе ГАИ вызывала? У тебя тормозов нет. Зачем вы... Едете за рулем. Да не врезанные хорошо. У тебя тормозов нет. Врезанные хорошо. Я свою выгоню тоже. Твоя машина стоит, я в нетрезвом состоянии. Ты меня чуть не сбила. Я взрослый, а ребенок выбежит. Нет, не покричали, ты меня услышала. Еще раз проедешь, так я тебе колес. Поняла? Поняла меня? Успокойся. Тварь облезла. Ты сдох. Покричали. Да потому что вы в нетрезвом состоянии. Покричали. А я знаю, все покричали. НСМ. Покричали. Я не пойму, что покричали? Я тебе сказала, эти... Сейчас она позвонит куда надо, и сейчас отберут права. Давай, меня взять нечего, выдрать. Отойди. Я тебе разобью. Люди. Это больные все? Люди. Нет, не все. Я еще раз повторяю, что это не первая ваша ситуация. В прошлый раз ваша мама которая была на видеорегистрации. Мужчина, вы здесь первый раз, вот серьезно, вы вот вышли на улицу, когда вы скандал вот этот ага, вот. Позвони, Катюш. Я первый раз. Это скажи спасибо, что вот они просто с тобой так гуманно разбираются. По-другому разбираются, в судебном порядке. Ну скажи, пожалуйста, вот ты вот, мужчина, стоишь, вот твой. Ну, ребенок не будет играть на проезжей части возле дома, когда вы сидите вот тут рядышком. У вас, пожалуйста, детская площадка. Одна, вторая, детская площадка. Да, правда. Это возле вашего дома надо делать площадку. Но в отличие от женщин, а в отличие от ваших женщин, здесь мужчина ни один не проехал, даже на 40 скоростях. А вы уже детей не считаете, что это дети. Стоишь, ты мы снимаешь. Стоим рядом. Глаза вот завела. Здесь, вот. Почему проехал наш с администрацией мужчина и положил по горнякам полицейских? Потому что там гуляют дети. А где им еще гулять? Где? Если площадка вот там, и все. Только там. Да правда, да Машмета дайте. Да какие же вы хорошие. У нас на нашем краю какие точно же хорошие. Какие? Вы должны притормозить. Обязаны. Я не обязана. Я вам тоже могу объяснить и позвонить. Не выпендривайте. Можно еще морду не набила. Девушка, вот просто.